Это бодрое августовское утро. Мы решили начать, конечно же, со спорта. В Щелковском парке культуры и отдыха для участников активного долголетия организовали мастер-класс по игре в гольф. Участники проекта собрались из двух округов – Щелково и Королево. Они изучили технику удержания клюшки и удара по мячу, правила безопасности, узнали, какие группы мышц участвуют в ударе, а также познакомились с культурой и историей гольфа. После короткого инструктажа каждый участник попробовал забить мяч в лунку. Мастер-класс провел основатель первого в России паркового гольф-клуба Юрий Макеев. Ударив вот такой геометрией по мячу, мяч у вас полетит, давайте предположим, как? Ровно или по параболе? Немножко вверх, по параболе, вот так вот. Гольф – это игра не только про спорт. Гольф – это игра про образ жизни, и про культуру, и про этикет. Есть много правил, их все не перечислить, но, к примеру, нельзя стоять за спиной или обсуждать какие-то дела во время игры. Потом можно, во время игры нет. Нашим родителям показать, что есть место, где можно без телефонов, можно без интернета, можно без каких-то гаджетов, а просто насладиться общением, беседой, духом соперничества. После тренировки собравшиеся разбились на 6 команд по 4 игрока, и началась игра. На поле царила здоровая конкуренция, ведь главной целью турнира была вовсе не победа. Меня эмоции переполняют, мне очень понравилась эта игра, я никогда в нее не играла, но мне, кажется, что-то получилось хорошо. Мне очень было такое, вы знаете, удовольствие, что я попала и выиграла, мне было очень радостно. Эта игра тренирует выносливость, силу, устойчивость, зрение и мышцы, улучшается психоэмоциональное состояние. Гольф – это не только спорт, это способ обмена эмоциями, общения с единомышленниками и радость от игры. Мария Синина, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.